Анна Романенко, викладачка івриту, керівниця клубу людей похилого віку Миколаївського товариства єврейської культури. Іврит почала вивчати, коли перший раз збиралася в гості до родичів в Ізраїль. Доброго ранку вам, вітаємо в нашій студії сьогодні. Отже, маємо ми сьогодні 5 слів навіть, і вирази є сьогодні, не тільки слова, так? Да, ну, я думаю, з кухні єврейської по цим словам ми не познайомимося, ну, по крайній мірі, услышимо кілька слов. Але вже почнемо, так? Угу. Да, пожалуйста. Ну, починаємо ми, як завжди, любую трапезу зі слов бетеавон. Приятного апетиту. Соответственно, вот оно у нас написано. И, ну, что первое приходит в голову, когда мы говорим о еде, это хлеб. Хлеб на иврите лехем. Даже есть специальное благословение на хлеб. Когда мы начинаем в субботу, то мы делаем благословение на вино и на хлеб. Угу. Вот. Так, наступное. Ну, чтобы совсем не быть голодным, вы выбрали слово суп. Суп на иврите марак. Угу. Вот. Ну и если вы идете в ресторан, естественно, первый ваш вопрос, прежде чем что-то заказать, сколько это стоит? Кама зе оле? Оле, ого. Кама зе оле? Бетеавон, лехем, марак. Лехем. Лехем. Ага, я думаю, можна навіть поставити нам наголос, щоб ми правильно робили. Лехем. Будь марак. Ласка. Так і буде, так? Марак, марак. Да. І кама зе оле. Зе оле. Кама зе оле. 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 Угу, слухайте. І останнє. І якщо все у вас було в порядку, в конце всего вы, конечно, скажете «Тода раба, большое спасибо». «Тода раба». Угу. Да. Тут просто ще треба обов'язково на наголос робити, тому що воно дуже тут такий своєрідний, десь правильно робити. «Тода раба», так? «Тода раба». «Тода раба». Угу. «Спасибо так. Большое». Дякую велике, так. Отже, 5 слів маємо, але ж це все одно не вся кухня єврейська, далеко так? Не там вся. Там дуже великі такі особливості з єврейською кухнею, тому що і деякі заборони, щось не можна змішувати між собою, так? Так, от розкажіть. Ну, это уже не особенности еврейской кухни, это уже особенности кашрута. Это угу. Есть такое понятие, что правильно, что неправильно кушать. Вот. А современная израильская кухня представляет из собой такой особый котел, где сварились кухни Востока и Запада, потому что все приехавшие привезли с собой свою кухню. Uh-huh. И вот, в частности, очень таким характерным и показательным блюдом является хумус. Uh-huh. Я вам сегодня даже принесла его рецепт. Его можно и дома сделать, ничего сложного в этом нет. Хумус – это такое блюдо, скорее восточное, на основе твердого гороха, который называется нут. Uh-huh. Из него делается такая своеобразная мазилка, как приправа. Я даже не знаю, как точно определить. Это не паштет и не соус, а что-то между ними. Значит, я зачитаю uh-huh. этот рецепт. Так. Так, отже, у нас такий буде рецепт сьогодні. Тож ті, хто хоче, можливо, приготувати і почастувати своїх близьких, це не сложно, всі інгредієнти у нас є в продажі. Угу. Значить, горох, нут, я б обычно покупаю на ринку, я не знаю, є ли він в супермаркетах, 300 грам всього треба. Угу. Значить, особую прелість придає цьому блюду кунжут. Значит, можно купить самому его, пожарить и растереть. Угу. А можно купить готовую пасту. Вот это вот я принесла показать, потому что хумус долго в доме не держится, а паста эта расходуется постепенно. Паста эта называется тхина, и она представляет из себя растертый кунжут с оливковым маслом. То есть это как заправка, да? Это как заправка, кстати, ее можно купить, да? Ее можно купить, ее можно использовать не только для хумуса. Это вкусно добавлять в мясо. Если хотите, можете понюхать. Она, у нее такой ореховый запах, я очень приятный. Я спробую. А еще там далее за рецептом? Дальше есть такая приправа, тоже она есть в магазинах, зира или кумин. Это угу. такой порошочек. Чеснок, 2-3 зубчика. А слухайте, а сок лимона. Вот тоже один из основных составляющих – это сок лимона. Можно прям 4-5 ложек сока. Угу. Оливковое масло и соль. Это если вы тхину не используете, потому что там часто бывают все эти добавки уже. Ну, горох варится долго, даже замачивается с вечера. И потом в блендере все это вместе перебивается. Ну, пробуйте по вкусу. Тобто він такий наче як паштет, а це більше рослини, так? Тому исключительно растительное это и используется не как паштет, а как скорее приправа. Вот угу. Он остренький обычно. Его доводят до того, что он является как приправой.
Слухайте, ну це круто. Я думаю, наші глядачі, якщо запам'ятали, запишуть собі рецепт і приготуються ж сьогодні вдома, можливо, тому що у нас такий... Сьогодні не приготують, треба купити. Ну, треба купити. Я думаю, у них час є цілий день колись піти до супермаркету, скупитися і зробити таку смачну приправу, так? Ну, я думаю, а якщо не сьогодні, то на тижні можна зробити. Давайте ще раз повторимо слова, які у нас сьогодні є, щоб наші глядачі ще раз запам'ятали, тому що будемо їх потім перевіряти по вулицям. Ну, пожалуйста, лехем – это хлеб, марак – это суп, бетеавон – приятного аппетита, камазеоле – сколько это стоит, и тодараба – большое спасибо. Тодараба вам сьогодні, що завітали до нас, поділилися сьогодні рецептом, тому що, я думаю, це дуже актуально. Тепер маємо ще 5 слів, навіть не тільки слів, а й виразів, які варто знати, якщо ви, наприклад, зберетесь до Ізраїлю. Вони вам дуже допоможуть там, можливо, розібратися і покуштувати щось смачненьке. Дякую вам. Галина Романенко сьогодні була у нас, викладачка івриту, поділилась словами. Тепер вчимо, продовжуємо вчити іврит, запам'ятовуємо нові слова. Дякую вам.